Поздравляем всех с Днем Независимости Кыргызстана. В этот день мы решили сделать подарок. Новую игру, она базируется на альчиках, но так как туристам сложно выбивать альчики в привычной манере, а детки часто отказываются от такой игры, мы решили дать новое дыхание. Все очень просто. Карта Кыргызстана, 7 областей. Нужно попасть альчиком в одну из областей. Каждый получает потом значок. Чуйская область, логотип можно вашей компании поставить. Собирая 7 областей, он побеждает в этой игре. При этом идет ловкость кидания самого альчика в область. Область делится на задания. Где-то есть пропуск хода, где-то есть дополнительный ход. Интересные высказывания о стране, где он увидит беркучи, где покупается в озере Иссык-Куль, где можешь посмотреть волочное шоу. То есть они еще улучшают свои знания по географии Кыргызстана, ну и просто проводят отличное время. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Ну-ка, попробуй. На страну, да? На любую область. Ну-ка, давай. Нет! Давай, другу теперь. Нет, еще давайте.